Приветствую всех, друзья! Прежде чем перейти к влогу, хочу рассказать вам про новый канал, молодой канал. Это мои друзья хорошие. Они только начинают свой путь на YouTube, и мне бы хотелось, чтобы вы проявили к ним снисхождение и интерес. Канал называется Яга Нагинишна. Канал довольно интересный. Я бы не назвала его детским, но здесь есть такие интерактивные видео, где есть какие-то задания, нужно что-то выполнять. Я думаю, что видео будут интересны как детям, так и взрослым, особенно взрослым с чувством юмора. Можно посмотреть. Видео на канале не так много, но молодые люди развиваются и стараются снимать интересные и увлекательные, особенно смешные видео. Обязательно проходите. Ссылочка будет под видео в описании. И обязательно подписывайтесь. У них не так много сейчас подписок, но вот надеюсь, что канал будет двигаться вперед и наберет много-много-много подписчиков и любимых зрителей. А теперь переходим к влогу. Поехали! Итак, друзья, сегодня варю себе макароны из цельных зерен, из цельного зерна, из цельных зерен. В общем, из цельнозерновой муки. Я их показывала в обзоре покупок, по-моему, в Магните я их брала. Вот, в общем, почти готовы. Как вы знаете, я предпочитаю альденте. И вот только что, минут 10 назад, посмотрела очень прикольный ролик. Ссылочку на него оставлю, как раз про макароны альденте. Вот. В общем-то, пробую первый раз эти цельнозерновые. Вообще макароны я редко ем, поэтому фокус. Ну, от пара, в общем, такой фокус. Пока варится. Так, такой мой скромный обед. Это макароны из цельнозерновой муки. И немножко, но все-таки томатного кетчупа. Он без всяких добавок. Здесь только помидоры, капелька уксуса и приправы. Обычный томатный кетчуп. Ну, люблю я кетчуп. Так. Привет, друзья! Последние новости. Сегодня ходила сдавать кровь, из пальца брали на сахар и клиническую. Анализы будут готовы где-то через 3 рабочих дня, так что пока ждем. Начинаю прием витаминов и с понедельника хожу на уколы. И, к слову, собственно, это мой завтрак, поскольку я ходила сдавать кровь натощак, поэтому ничего не ела и не пила, даже просто воды не попила. Вот, и сейчас у меня такой двойной завтрак, 2 ролла диетических и 3 кусочка дыни. Роллы у меня, значит, с грибами, свежий огурчик, четвертинка, здесь четвертинка, здесь. Немножко проростка в гречке, сметана и вроде бы все. Вот. И знаете, как вот мне нужен был пинок такой, по большей степени не от близкого человека, а, наверное, от врача. Когда, знаете, когда вам говорят, для того, чтобы вы могли жить, вам нужно бросить курить, например, да? То есть, если вы не бросите курить, вы умрете. И вот примерно то же самое мне сказали. Если вы не похудеете, то печален ваш исход. Вот. Ну, не в буквальном смысле так сказали, но смысл улавливался. Вот. Поэтому я сейчас основательно за себя берусь. То, что в прошлом году я пыталась, да, но это было так, без особого энтузиазма, то сейчас я уже осознанно к этому подхожу и
Для тех, кто не знает, я веду блог в Инстаграм по ПП питанию и вообще по ПП. Но у меня сейчас барахлит телефон, поэтому примерно с начала лета я его не пополняю новыми фотографиями. Вот, и пока даже не знаю, когда буду его пополнять, потому что телефон у меня не хочет упорно отсылать фотографии в приложение. Вот, и, наверное, придется покупать новый телефон, смартфон, я имею в виду. Но пока у меня нету денежек на это. Вот. Но коплю. И еще раз коплю. Уже присмотрела, какую модель. Вот, стоит примерно 15 тысяч. Мне еще долго копить. Вот, так что пополнять пока не буду, но начало положено. Вот, и настроена я серьезно. Так что увидимся позже. Покажу вам, наверное, обед и перекусы, и ужин. В общем, посмотрим. Будет такой ПП-влог. Это сейчас популярно. В общем, увидимся. Приятного аппетита всем. Итак, друзья, у меня перекус. И это зеленый чай, маленький персик и две конфетки. Я тут монтирую. Так что скоро будет новое видео. Но эта запись выйдет намного позже, поэтому это не важно. Вот, и пока монтирую, смотрю наш розовый телевизор, и там что-то готовят. Люблю смотреть про готовку. Вот это все, что навалено, это мамин рабочий стол, так что на это не обращайте внимания. Это ее бумаги всякие судебные. Вот. Итак, друзья, доброе утро. У нас опять 11, и я опять проспала, потому что вчера монтировала видео. И так как еще нет 12, поэтому конфетки. У меня снова два рула, потому что я встала позже, надо было в 7 вставать. И немножко винограда. Рулы у меня с скрамбл, это теперь называется. В общем, из 4 яиц. Мясо свиных голов немножко и помидорчики. Не солила, потому что мясо довольно-таки соленое. Вот, и в принципе зеленый чай и две конфетки. И виноград, который покупался под видом кишмиша, но оказался с косточками. Кстати, маленький секрет. Кто не знает, виноград очень сильное мочегонное, так что с виноградом аккуратнее. Приятного аппетита! Увидимся! Итак, друзья, сегодня у меня завтрак скромный. Это два вот таких бутербродика с карбонатом и салатом айсберг. И, естественно, зеленый чай. Но еще будет две шоколадные печеньки домашнего приготовления. Но сейчас они не в кадре. Едим пока что. Приятного аппетита! Так, друзья, у меня перекус. Ну, наверное, его можно назвать либо вторым завтраком, либо типа как обед. Сегодня делаю тоже рулеты. Вот, в принципе, вы все видите, что я буду использовать. И давайте, у нас сегодня все довольно прозаично просто. Нам нужно только собрать все наше... Наши рулеты нам, в принципе, подготавливать особо ничего не нужно. Значит, салат я беру по одному листу. Мне, в принципе, этого достаточно. Итак, у меня две лепешки. Лепешки я вам показывала. Это мои любимые миссони из Фикспрайса. Так, одна небольшая, другая чуть побольше. В качестве соуса, уж простите, больше ничего не нашла, поэтому использую вот этого чуточку. Вот. Буквально совсем малость. И сегодня я не буду их подогревать на
сковородки, потому что теплый тунец, а сегодня мы будем с тунцом делать, меня не очень впечатляет. Вот. Так. Что мы делаем? Кладем листик. Так, наверное, вот так вот. Сюда кладем листик. И сюда кладем листик. Так, открываем баночку с тунцом. Я сегодня использую новый тунец, морской котик. Я его показывала в обзоре покупок. Не помню, по-моему, в Пятерочке, что ли. В общем, такой у нас впервые появился. О, кстати, а он, смотрите, уже измельченный. Я такой брала только в этом самом, в Ашане, уже измельченный. Обычно они все кусками идут. Так, мы будем, мы будем использовать весь. И я буду накладывать, наверное. Да, он измельченный практически. Ну, где-то кусочками, а где-то измельченный. Ну, в основном измельченный, кстати. Кстати, это удобнее гораздо, когда он измельченный. Ну и, собственно, лепешки у вас мои в обзоре. Так сказать, в кадр попали. И выкладываем. Думаю, наверное, не всю банку буду использовать. Так, чисто символически. И вторую. Стараюсь без жидкости, потому что жидкость мне особо не нужна. Она попрет с концов, и все это будет у нас на коленках. Так. В принципе, осталось небольшое количество. Можно сделать еще одну лепешку, но в смысле еще один рулет, но я, наверное, просто оставлю до вечера. Так, мне нужно чуть-чуть добавить, так сказать, прикольного вкуса на рыбу, чтобы она, ну, как бы немножко имела какой-то красивый вкус. Соус у меня из фикс-прайса тоже, с грибами, очень вкусный. Не ожидала, что такой мистер Рика. Так, беру свою гречу зеленую. Посыпаем довольно густенько. Кстати, мне понравились эти проростки. Они такие неожиданно вкусные оказались. Так, и вторую. Так. Отставляю. Кладу несколько помидорок, потому что, в принципе, у меня тут уже все достаточно сочно. Жаль, у меня нет огурца, потому что тунец прям с огурцами очень хорошо идет. Вот, ну, помидоры тоже неплохо. Сойдет и так. И второй. Как-то они у меня все одна кожура. Так. Вот, сочности добавили. В принципе, все, заворачиваем и готово. Так, почему-то у меня получается попелюк. Вот и все, как бы залеплять я не буду. То есть они будут у меня так выглядеть, как они есть. Шовчиком я кладу вниз. И здесь... Собственно, то же самое. Залеплять я не буду. Они полежат минуточку, немножко пропитаются. И приятного аппетита!